Не существует хороших и плохих воспоминаний, это просто память. Память означает впечатление прошлого. Вчерашний день не может быть ни хорошим, ни плохим. В настоящий момент он существует, он уже в прошлом. Он не может быть хорошим или плохим. Но как только вы углубите свои воспоминания, вчерашний день может стать плохим или хорошим. Большую часть времени многие живут именно так. Они не страдают от своей жизни, они страдают от своих воспоминаний.